Всем привет! Сегодня вам расскажу вообще, какие есть цивилизации и какие вообще из них играбельные. Так, рассматривать мы что будем? В принципе, есть только вот три цивилизации, которые играбельны. Это Германия, это Испания и это Франция. Если вы играете пехотой, естественно, вы играете только Францией, Рим даже не рассматриваем. Если вы играете Испанией, и у вас по какой-то причине мало войск, потому что много трупов, то можно посидеть на Германии. Но лучше переходить на Испанию. Потому что базовый просто воин сильнее. В поле вы будете, естественно, сильнее, у вас будет меньше тяжей. Если у вас много солдат, много хороших командиров, я сам думал переходить на Францию, но сейчас у меня очень мало солдат. Почему переходим только на Францию, я вот сейчас объясню. Что дает у нас Рим? Рим дает защиту пехоты, скорость на марше, скорость сбора еды. Скорость сбора еды это бесполезный бонус. Скорость на марш – бесполезный бонус для пехоты. Повышает защиту для пехоты на 5. Ну да, в принципе, неплохо. Но, опять же, если глянуть руны, рунов есть плюс 5, плюс 7, плюс 10 и так далее. Так что 5% защиты пехоты, ну, это так, плюс-минус, неплохо. У Франции у нас есть плюс 3% здоровья всех войск. Скорость сбора дерева – бесполезный бонус. Скорость лечения в госпитале – 20%. Если хоть раз вы играли на карте КВК и забивали больницу там хотя бы 1600, то я вам скажу, что нет даже такой руны плюс 20 лечения. Поэтому, ну, это вообще самая лучшая вот нация. Ну, какие тут еще есть? Византия. Вместимость госпиталя плюс 15. И здоровье кавалерии. Как вариант. Но опять же, я вот за Испанию или Германию. Насчет Германии еще хочу сказать. Повышает атаку кавалерии на 5. Да, это круто. Скорость обучения войск плюс 5 и восстановление очков действия плюс 10. Если кто-то думает, что восстановление очков действия плюс 10 это что-то существенное, то это совершенно не так. Скорость обучения войск плюс 5. Да, у вас будет чуть-чуть больше солдат, но совсем на чуть-чуть. То есть, если вы наймете миллион, с этим бонусом наймете там 1 050 000. Но ваши солдаты будут слабее и будут чаще попадать в больницу. В Испании защита кавалерии плюс 5. Ну и в принципе я тут не вижу хороших бонусов. Разве что опыт за варваров, если вы качаете много легенд, вот это в плюс-минус, в принципе, неплохо. Производство ресурсов плюс 20 тоже бесполезный бонус. Он вам совершенно ничего не дает. Разве что коробки проще собирать на ивентах. Вот. Из всего этого есть только вот Франция. Тут вообще просто другие нации. Вот Британия. Атака лучников, вместимость, скорость обучения войск. Я не знаю, почему я вам скажу, что все остальные, в принципе, плохие. Я вот луки даже не буду рассматривать как нацию. Почему? Потому что на самом-то деле из луков у вас может быть командир Лисенге, есть Сид. Германы Косоноки, они очень слабые. Почему? Потому что игра так устроена, что пехота просто уничтожает кавалерию. Кавалерия уничтожает стрелков. А стрелки еле-еле побеждают пехоту. И если вы играете стрелками, то вам нужно будет неплохо так донатить, потому что если взять Лисенге, он в принципе силен только когда он фуловый. Он раскрывается, и это не Саладин, который в три пятерки, и можно побегать, и он будет хорош. Нет, Лисенге нужно фулить, и других командиров на стрелков у вас не будет. Есть Сид, но Сид на самом-то деле не так уж и хорош, и тоже раскрывается он только фуловый. Потом есть Эдвард. Ну, а вы сможете его получить слишком-слишком поздно. Поэтому я вот рассматриваю вариант, как бы есть кавалерия, есть пехота. Вы уже сами выбираете, чем вы играете. Если вы играете пехотой, то только Францией. Только Францией. Потому что захилить условно, там даже на ночь поставить 50 тысяч. 20% лечения. То есть, ну, это очень-очень круто. На карте КВК захилить пару раз фуловую больницу с 20% бонусом. Это круто. Без него вам будет тяжело.
Если вы не доните слишком много. Понятно, что если там люди донатят, там вливают в игру кучу денег, им не важно, они могут ускорять там чуть ли не через каждые пару часов по 15 дней лечения в больнице. Если у вас, допустим, нет хорошего VIP, там где вот бонус на лечение войск. Сейчас скажу. Так. Скорость сбора 15, по-моему. Да, скорость лечения плюс 50. Если этого нету, то, ну, я же говорю, опять же, только Франция. Другие вообще ничего не нужно рассматривать. И к тому же плюс 3 бонус, это очень-очень круто. Всем спасибо.